столице Киргизии, Бишкеке, торжественно возложили цветы к памятнику государственного и партийного деятеля Советского Союза Максима Амосова и к мемориалу русского и киргизского писателя Чингиса Айтматова. Церемония прошла в парке, который расположен в центре города. Отдать дань уважения собрались представители власти и культуры Якутии и города Бишкек, а также артисты Саха Академического театра имени Платона Аюнского. Напомним, что памятник в столице Киргизии установили в декабре 2012 года. В будущем году наша республика отмечает 120-летие со дня рождения Максима Кировича Амосова. И очень важно, что это мероприятие, оно выходит за рамки нашей республики. Кыргызская республика взяла на себя организацию проведения мероприятий по памятной дате.